уступили мелкому. Наверное, технологии. Ты с музоном, да? Да. А что, так тихо, да? Ну, там типа белого шума. А. Прикольно, ему нравится. По шнурку можно подключать AUX и любую другую. А эти другие включи варианты вращения. Самый максимальный есть? О, прикольно. Не будет бояться. Да ему нравится. Чуть помедленнее сделаю. Угу. Бью его. Угу. Побаивается. А это резина, да? Нет, пластик. Ничего себе. А, это такой же такой эффект. Как будто она играется. О, вот это ему больше всего зайдет. Она схожа на то, как мы его качаем. Угу. О, ну здрасте, приехали. Не нравится уже. Надо, чтобы он привык. Давай вот так сделаем. Ну, блин. Аполлон. Нет, подожди, ты куда? Я хочу здесь. Ну и что? Мне что, на семинаре на память? Фотки в телефоне нет, будет только потом. Тогда хоть видосик останется. А с нашей стороны. Ну его сюда поставить надо. Вот он. Только аккуратно доставай. Я тоже думала, он на теме не весь вот. Может, на столом? Нормально. Это уже были прецеденты? Нет. Верха, если не получается, они сглаживают и дальше рисуют. Давай оставляй сейки. Сейчас. Что и сейчас день рождения праздновал у нас. Это тоже тот соседский один товар. Конечно. Может, хватит? Конечно. Посмотрим.
Уже? Давайте. Да. Ой-ой-ой. Я вам сожалею. Мне посоветовали ризотто. Вы вам простите, ракатите? Оказались, да, черное ризотто. Черный ризотто. Я тоже, да, все черное. Но я Игорю в прошлом году дарила на день рождения торт черный, и написано «Будущему миллиардеру». И мы его ели, у нас просто чернющие зубы, чернющие языки были. Да. Ну, вкусно. Мне никогда не делать, не растворилась. Ну, простите, я не знала, что это будет честное слово. Просто хотела сидеть. Посмотри, я весь рот. Да. Ужас, еще очень сильно. Че, синяя? Да нет, ты представляешь, у нас видно, у тебя нет. Ну покажешь язык? Нет. Но синенький. Это тематика смурфики. Между прочим, тебе под лук в самый раз. Бля, у тебя губы, правда, синюшные уже тоже. И зубы. Один Игорь молчит. И снова. Думаешь, мы не знаем, что с тобой произошло? Ну, так-то вкусом, блин. Я правда не знала, ребят, простите, честное слово. Матуш. Что, можешь? Мы же оба синие.